Теняев выступит, открывает. Так, куда мы все выстраиваемся? В ту сторону, что ли, да? Пойдемте. Пойдемте. Мы все против. А вы не забирайте. Говорили это неоднократно. Вот и все. Товарищ подполковник, пожалуйста, вот оставьте нас в покое. Почему народ три десятилетия, четыре, так нище живет? А почему наши чиновники, например, Потапчук, например, у нас есть ЖКХ, почему они такие богатые? А почему у нас местный народ такой бедный? Объясните, почему вы в шоке бы всегда? Почему? Объясните мне. Я вчера была в правительстве Московской области. Потапчук и все его одинцовские администрации без конца лжет. До каких пор это будет продолжаться? До каких? Почему Потапчук наносит нашему местному, занимает наше местное поселение, почему он начинает побои, почему не пускает сельский муниципальный округ, почему он себя так ведет, почему он здесь, мне непонятно, почему он не в тюрьме. Небольшое объявление, гражданин Потапчук уволен, сейчас он устанавливается через суд. Ну, ему еще предстоит ответить по уголовному процессу. Да, за ним числится хищение 16 миллионов на святом, на памяти погибшим. Вот этот человек воровал. За это был уволен. Ну не только, там у него хватает всяких нарушений и без этого. Он представляет власть везде. Он не представляет, он никто, он уволен. Уважаемые граждане, мы продолжаем, мы вам не даем. Попрошу порядок. Попрошу соблюдать общественный порядок. Организатор имеет право увести, да? Тихо! Ребята, если вы будете кричать, у нас не будет митинга. Тихо! Давайте без крика. Мы его не приглашали. Организаторы провокаторы. Административная ответственность. Оспаривать же надо в судебном порядке постановление, правильно? Дело в том, что митинг незаконный. Воля народа. Административная ответственность незаконна. Почему незаконна? Работать для народа. Почему незаконна? У меня дедушка лежит здесь, Теняев Владимир Васильевич. Не трогай меня. Я могу вас не трогать. Трогайте. А когда будет для народа работать? Уберите Чека. Вы не проголосуете. Вы не проголосуете. У моей жены дедушка лежит. Отойдите от меня.